Друзья, всем физкульт привет, меня зовут Сыроежкин Павел, и я фитнес-эксперт бренда Herbalife Nutrition. Мой тренировочный стаж составляет уже 28 лет, и порядка 20 из них я помогаю другим людям прийти к телу своей мечты и заодно сбросить лишние килограммы. Для эффективного снижения веса необходимо регулярно заниматься спортом. Однако далеко не всегда есть возможность ходить в спортзал. Нет времени, далеко, дорого. Однако сегодня я предложу вам прекрасную альтернативу. Это лестница в вашем подъезде. Благодаря таким тренировкам ваше тело насыщается кислородом быстрее, что помогает ему сжигать жир более эффективно. Мышцы ваших ног, ягодичные мышцы становятся сильнее. Вы тренируете сердечно-сосудистую систему, тренируете выносливость и благодаря этому сжигаете много калорий. Если вы начнете ходить по ступенькам регулярно, то уже через 6-8 недель объем ваших легких увеличится на 6-8%, а талия, наоборот, уменьшится на 5%. Ну и бонусом будет снижение холестерина. Ну что, начнем! Самый легкий вариант для начинающих – это просто начать ходить по лестнице. Предлагаю начать с 3 этажей вверх и 3 этажей вниз. Если чувствуете, что можете повторить, повторите. Если и это было вам легко, поднимайтесь на 5 этажей вверх и спускайтесь на 5 этажей вниз. Если опять можете повторить, повторите. А если вы живете в многоэтажном доме, то добавляйте этажи еще и еще. Если будете тренироваться регулярно, то уже через 2-3 недели вы заметите, что подняться на 5 этаж для вас не проблема. В таком случае можете перешагивать уже через 2 ступеньки сразу. Прислушивайтесь к своему организму. Если почувствуете, что вы достаточно окрепли, можете начинать ходить боком. Постепенно увеличивайте нагрузку, как при обычной ходьбе. Начните с 10-15 минут ежедневно, постепенно увеличивая тренировку до 30 минут, добавляя по 2-3 минуты в день. Как только вы закончили заниматься, обязательно растягивайтесь. Благодаря растяжке мышцы после физической работы быстрее расслабляются и восстанавливаются. Итак, ставим ноги по очереди на несколько ступенек выше, медленно и не спеша растягиваемся. Дальше растягиваем икроножные мышцы. Становимся на носочки так, чтобы наши пятки не лежали на ступеньках, и поднимаемся вверх-вниз. Если этот вариант для вас был слишком простым, можете усложнить его, выполняя это упражнение на каждой ноге поочередно. Друзья, ну и как вы отлично знаете, в конце тренировки крайне важно насытить наши мышцы белком и выпить коктейль от Herbalife Nutrition. До скорой встречи, пока!